Культурные деятели, сотрудники музеев, галерей, архив, библиотек, художники, музыканты, поэты. Это лишь малый перечень тех, кто имеет прямое отношение к празднованию Дня работника культуры и искусства. Сегодня мы расскажем о тех, не только кто блистает, но и остается за кулисами большой сцены одного из самых молодых театров страны. Не попадая в объектив камер, за их плечами внушительный фронт работы, без которого не состоится ни один спектакль. Как только слова объединяются в либретто, ноты складываются в партитуру, а в образах зарождается танец, это старт масштабной работы всех департаментов. И пока зрители с трепетом ожидают очередную постановку, они как единый организм работают над тем, чтобы спектакль предстал зрителям во всем величии. Мы монтируем спектакль, начиная со склада, мы привозим его в театр. 3-4 рабочих дня только техническая группа занимается подготовкой спектакля. И затем полное сопровождение, вплоть до последних аплодисментов. Пожалуйста, расскажите, вот ваш департамент, сколько входит сотрудников и ежедневно сколько сотрудников задействовано? Ну, в нашем отделе 10 сотрудников плюс я, руководитель отдела. И примерно так же в остальных службах. А в общем, полностью, если взять техническую службу, около 60 человек занимается. Это и помрежи, и даже обслуживание зрителей, и другие отделы. Томительно, в своей очереди, ожидают и декорации. В ближайшие несколько часов группе придется перемещать их на сцену и возвращать за кулисы буквально за считанные секунды. В это время свою трепетную работу выполняют и сотрудники цеха по костюмам, проверяя каждый образ, которым предстанут артисты балета. Ведь каждый наряд постановки передает не только атмосферу, а формирует полное мнение о спектакле. Суета ощущается и в гримерной комнате. Через руки сотрудников гримерного цеха проходят десятки солистов. Первый звонок 17:30. Команда о первом звонке. Руки на пульсе держат все департаменты. Финальная проверка всех софитов. И зал предстал во всем обличье. Спектакль «Султан Бейбарыс» — это яркие визуальные и смелые сценические решения. Вдвойне придется потрудиться сотрудникам системы освещения. Это пульты управляют всем освещением театральным, которое находится как в зале, так и на сцене, художественное постановочное освещение. С этих пультов идет команда на все световые приборы во время проведения спектакля. Все освещение, которое вы видите, оно выдается вот с этих пультов. А вам кто-то дает команды, когда нужно включить определенный свет, или вы уже сами это все знаете? Нет, команды, конечно, дают. Есть такой человек у нас, называется помощник режиссера. Mm-hmm. Она знает весь спектакль, у нее есть прям по нотам расписано, mm-hmm. на какую ноту, в какой именно момент происходит перемена декораций, mm-hmm. возможно, запускается какой-то звук, и идет там перемена световая. То есть это все строго по команде делается. Отдельное внимание требует и музыкальное сопровождение спектакля. Ошибки здесь исключены. На самом спектакле должны присутствовать два человека, которые один непосредственно отвечает за саму фонограмму, и второй человек сидит за пультом, который контролирует, в принципе, весь звук. То есть по балансу, по громкости, как это, чтобы слышно было в зале. Мне кажется, именно культурный костяк в Казахстане, он всегда занимал какую-то одну из основополагающих позиций, как это традиции, да, то и культура. Поэтому культура очень важна, в принципе, весь ее, как сказать, раздел в нашей стране. И театр «Астана-балет» — это один из представителей. К сцене постепенно прибывают артисты балета. Сегодня они окунут зрителей в поразительный рассказ о пути к вершинам славы и сокрушительного могущества. Расскажите о вашей сегодняшней партии. Сегодня я исполняю одну из главных ролей в спектакле «Султан Бейбарыс». Я из Бразилии и приехала в театр несколько месяцев назад. Я прониклась этой ролью и культурой. Это сильная постановка, и я благодарна, что эту роль доверили именно мне. Мне очень нравится выступать на казахстанской сцене. История постановки, как и сам сюжет, прошел немало трудностей. Создание спектакля «Султан Бейбарыс» совпало с пандемией, а его премьеру не раз переносили. Долгожданная премьера прогремела буквально на всю страну. Постановку удостоили наградам за внушительную сценографию и продуманную хореографию. В этот раз на сцене «Астана-балет» спектакль в очередной раз собрал аншлаг.
История Султана Бейбарыса повествует о безграничной преданности, с которой сегодня в стенах театра отдаются своему делу и профессионалы ремесла. Тамирис Белял, Акылбек Юсимсиитов, Искандер Сергалиев и Дастан Заманбеков, 24 кизет.